Жители Абхазии, имеющие российское гражданство, примут участие в выборах президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта текущего года. Этой теме была посвящена встреча, прошедшая в администрации Гагарского района. Согласно закону Российской Федерации, организацией и подготовкой выборов на территории чужого государства, где проживают граждане Российской Федерации, занимается российское посольство. Однако главам городов и районов Абхазии поручено оказать содействие посольству Российской Федерации в Республике Абхазия в подготовке и проведении выборов. Этой теме было посвящено совещание, которое провел исполняющий обязанности главы администрации Гагарского района Геннадий Цвижба с участием глав города Пицунда, сел, поселков района и сотрудников правоохранительных органов. По словам Геннадия Цвижба, около 23 тысяч жителей Гагарского района примут участие в процессе голосования. В общем, в районе будут работать 4 избирательных участка. В Цандрипской зоне избирательный участок будет расположен в здании Цандрипской средней школы номер 1. В городе Гагра участок будет открыт в гостинице «Мидель». В городе Пицунда – в Доме культуры. И в поселке Бзыпта участок расположен в здании местной администрации. Участникам совещания было поручено подготовить участки к выборам, установить урны и кабины для голосования. Найти транспорт, на котором избиратели могли бы добраться до участков. В выборах президента России примут участие жители Абхазии, имеющие российское гражданство. Те избиратели, которые прописаны в России, должны проголосовать по месту прописки, либо по открепительным талонам по месту жительства или нахождения на момент выборов. Если будут изменения в правилах голосования, об этом им сообщат заранее.